Серега Прокопьев, да? Сергей Прокопьев. Как Сергей Прокопьев был свой. Один из уникальнейших экспонатов нашего музея. Ну, не все были здесь, я вижу, поэтому. Значит, это вы видите для того, чтобы спокойно пребывать в космосе. И тут же вернулся. Да. Поэтому, ну, конечно, но... Все, конечно, это дублируется, вы понимаете, человеческий фактор, автоматика, есть стреляющие, есть оператор, которая была запущена в 2011 году. Ракета называлась «Юрий Гагарин» и посвящена была 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Если можно, для прессы, вот фотография здесь будет очень красивая. Так, значит, дорогущему экипажу. Нам, Сергеем Павловичем Королевым. Пожалуйста, основной дублер, пожалуйста, встаньте с этой стороны. Сереж, а ты тоже. Юрий Резников с бородой. А у него он срабатывает. Вы нашли свой автограф здесь? Вы в прошлый раз расписывали. Так, сейчас я скажу. Ваш... Да, я вижу. Сломал фотограф. Ну да. Так. Ну, дублеры. Да, Алекс, ты на меня потом посмотришь еще. Алекс. Так, ну, Сергей Николаевич. Давайте вот в центр. Так, где мы там каждому пуску привозят вот такую вот эмблему, флаг нашей экспедиции. Так, подождите, извините, пожалуйста. Погасите удар, мужчина. Те, кто пришел к нам сегодня в музей и... Всегда вручаю основному экипажу. Я тебе что сказал? Нет, Олег, тебе вручу в следующий раз. Нет, как я всегда говорю, уверенного старта. Придется всех на надежной работы и удачи. Спасибо. Так. Сразу 4, хорошо. Сразу 4. Дорогие друзья. Данными твоего запуска. Сергей Григорьевич, тогда, когда у него был юбилей, но в этом году. Сергей Николаевич. Прошу вас, пожалуйста. Вы молодой и красивый. Я предоставлю вас. Ведете? Так, еще раз. Хорошо, все видно. Пожалуйста, внимание. И сюда, пожалуйста. Который использовался. Ну, нормально.
И паук, вот такой, не знаю, каракур. Проходите, люди добрые. Проходите, люди добрые. Что-то я бы... Ну, и на. Так, видео куда-то снимать? Да не надо, не надо. И так, да? Нет, я бы не высал. Тогда это сейчас карагайк у нас растет. А тогда, когда был такой палка королев, здесь был яблони не высал. Прошу вас, пожалуйста, проходите. Все вышли? Нет, там Антоха, по-моему, не высал. Витя, а как мы здесь будем фотографировать? Да, хорошо, тогда создать. А почему это не так?